тяжелый матч удался. Конечно, первый тайм мы доминировали, прям хорошо, так, то есть мяч под контролем у нас был. Многое получалось. Во втором тайме, конечно, стало немножко, то ли сказалось, прошедшая игра на искусственном поле. Сразу перешли, и сегодня с тобой поле мягенькое. То есть во втором тайме там ножки подсели, как бы, но все равно молодцы. Своего добились, как бы результат сделали. Всех поздравляю с победой. Болельщикам спасибо за поддержку, даже в таких холодных условиях приходят, болеют, очень приятно. Наверное, все-таки по такой игре у вас было много моментов, один голевый. Много моментов, согласен. Как бы должны и моменты, во-первых, создавать больше, как бы, и то, что было, можно, конечно, реализовать.